День физкультурника традиционно отметили в Искитимском районе. Под Бурмистрово устроили фестиваль силового вида спорта. На станции Евсина соревнования по стритболу. Основной же площадкой празднования стал Леневский парк имени Кима. День физкультурника – это праздник всех влюбленных в спорт. Кто готов к постоянным тренировкам и высоким результатам, или же просто бегает по утрам или делает зарядку. По традиции в этот день чествуют спортивных наставников. Сегодня грамоты Министерства физической культуры и спорта за многолетний добросовестный труд награждают Сергея Батурина и Валерия Генерозова. Спасибо. Они молодцы, до сих пор высокую планку держат и как бы нам задают правильное направление. Работать именно в глубинке и работать с людьми – это большой подвиг, когда ты не идешь там где-то по карьерной лестнице, да, а работаешь здесь с обычными ребятами и их выводишь в люди. Золотые знаки «Готов к труду и обороне» сегодня получают даже возрастные спортсмены. Хорошая мотивация для тех, кто решил создать нормы ГТО. Скоро команде Искитимского района предстоит показать себя на областных соревнованиях. Тем временем на площадках стартуют игры по волейболу и мини-футболу. Примечательно, что спорт даже помогает создавать семьи. Алексей и Алена Пащенко играют по очереди. Маленькому Артемке еще нет года. Пока он только болельщик. Сначала за папу, потом за маму. В спорте давным-давно так создалась семья. Познакомились в волейболе, на соревнованиях. Вот уже лет 10, как тут и обитаем. Увлечение спортом, как правило, на всю жизнь. И замечательно, когда вся семья его разделяет. Это возможность встретиться со своими спортивными друзьями, поучаствовать. Погода, слава богу, пока потерпит, пока мы будем выступать, а потом уже... Получить заряд бодрости, хорошего настроения, да? Всю жизнь в спорте. Не можем уже без него, да. Уже не хватает адреналина. Недаром сегодня в программе заявлен семейный фестиваль бега. А еще перетягивание каната. Спортивного азарта хватит всем.